В общем, сегодня, друзья, ко мне в гости приехал Никита Варшбитов со своими пацанами. Сейчас моя консьержечка пошла его встречать. Я иду тоже встречать. Погнали вместе. Вот они, блядь. Вот они. Здорово. Корней. Саня. Здорово. Здорово. Как ты? Вика. Корней. Ну что вы зачем пожаловали? На литербол? Да. А вы готовы поучаствовать в литерболе, а, блядь? Давай. Знаете, что такое литербол? Конечно. Нет, да. Я тебе пиво ты уже пил. Тебя уже рюмочка настоит. Да, у меня задача чуть есть еще. Готово. Малышка-консьержка, иди сюда. Ну что, братья, за вас я пью. Вы же не пьете сосунки, правильно? Давай, давай. Пьешь, нет? Нет. Слабенькие, понятно, блядь. Сука, кабаны такие, в них вливаю, мне кажется, в них можно вливать, блядь, просто литрами, нахуй, да-да-да. А они, блядь, это, не бьют, короче, ну как-то так могу не пить, что делать. Чего на тренировки не ходишь? Ну, блядь, у меня сейчас это, руки болели. Ну, как вам питерская жизнь, да, там? Охуенно, домой я вообще не собираюсь. Да? Сейчас только надо вот работу ему найти и девушке моей. Бля, как-то хуйня ебаная получается. Тупая камера, тупейшая, это третья, блядь. У меня эта камера тут спиздили. У меня такая. Ой, попизже, я думаю, будет. Да у меня была охуевшая самая новая. А кто это спиздил? Блядь, ты к брату там заехал. Не, у него будет лучше, видишь, у него, блядь, дисплей большой. И это, блядь. Заехали, короче, там, видите, да. Че, вы разобрались со своей этой камерой? Ты? На, малышка, выруби камеру, пожалуйста, у меня пальчики болят. Выруби камеру, пальчики болят. Зай, ты слишком много не знаешь, наверное. Корней долбоёба, ебаного не слушайте никогда. Ты видишь, он заёбся. Да, блядь, Саня, короче. Корней! Отпустись, блядь. Ну всё, пизда, Корней. Короче. Рассказывай. Да? Могу рассказать все, что было? Расскажи, что происходит. Не будешь рассказывать? Я тоже. Корней, расскажи. И что это происходит? Корней, расскажи. Что мы делали? Пили масло или нет? А, пиво пил в баре, понятно. Короче, ну что, может быть, мы скоро с Саней потянемся. Это Никита. No name? А, это не ты хотел с ним познакомиться. Ее подруга хотела с No name'ом, кстати, познакомиться. Че, мэн, да я вот подъезжаю, что ты в Боровой. Никита думает, что-нибудь придумать, думаешь? Он знает, где. Ты знаешь, где, мэн? Этот дом, как Антонио, ну, знаешь, его Бандерас 10 кисок. Там можно стола. Дело, да? Да. Там можно, да. Как на Фули Панамеро. Ну ты знаешь, где заебал, вы же ходили уже. Чё ты дурака-то включил, блядь? Чё ты дурака-то включил, реально? Нахуй ты вырубил? А, это? Пиздец, блядь. Это вот так. Такой скучный влог. Чего говоришь, чего? А ты-то будешь работать, нет? Я сюда приехала, что сидеть тут с вами? Ты работаешь, а мы с ним отдыхаем. Давай так. Отлично, хороший расклад. Нормально, да? Все. Естественно. А что? Ну если она работает, а мы отдыхаем. Кто платит, братан? Это, блядь, это гормональность звучит. Твой Вика. А ты согласна? Конечно. Мне больше всего нравится в бабах, что они говорят, мужик это я должен, с хуя ли вы взяли, что мужик что-то кому-то должен, ебать. Просто 100 грамм масла пятерку даем, блядь, отвечаю нахуй. Ну что, Вика? Пятерку даешь? Да она не выпьет, бро. Пятерку дашь? Бля, ну, блядь, напополам опять с тобой, можно, брат? Напополам, да, мы с ним сделаем. Напополам? Давай. Пять? Нет. Давай 200 рублей. Это по-братски, это у нас с ним это, братский сленг, ты не парься. Пятерку, либо я не хочу портить свой желудок. Вот. Ты не испортишь свой желудок, когда ты посрешь. Ты его почистишь, нахуй. Пить за 2500, все. За 5, почему за 5? За пятерку выпьешь. 2500, 2500, вот, ёпта, есть. Его 2500, это мои 2500, поэтому... Блядь, чувак, подожди, вот, а теперь мне стало интереснее. Можно я сяду поближе?
чего ты взяла, что его 2500 потому это твои 2500? У меня. Какая разница, если они находятся на у тебя, просто он тебе доверяет. Все деньги это его деньги. Они ваши. Да, блядь, без разницы. Пополнение, по сути, не все, будет. Что находится его у тебя, это просто его, и просто он тебе доверяет. А у тебя там ничего нету. Правильно, брат? Прям литербол. Литербол, чтобы вы понимали, это пьется до талого. Наливается 5-6 рюмок, короче, блядь. И пьется сразу же. Но мы пока начнем вот так. Начнем, бро. Охуевший рэп играет вообще. Подпишись на эту малышку. Я вам скажу потом. А че пакет сидит, брат? Да, заезд. Итак, ребят, как мы любим Корней Тарасов в электричке. Брат, скажи, откуда ты едешь? Откуда? Откуда ты едешь? Из далекого будущего. Блогеры. Главная рекламная единица настоящего времени. Publifight Pro их как минимум трое. Плюс каналы DrewGym и BuddyMoney, которые нас постоянно поддерживают. Ты можешь открыть Publifight Pro в своем городе и стать нашим партнером. Присоединяйся. Ссылка будет в описании. Сейчас у нас особые условия на покупку франшизы клуба Fight Pro. Вместе мы сильнее. Мы одна команда.